Юношеские турниры, осенние каникулы по спортивному самбо завершился в Павлодаре. Победителей и призеров назвали во всех весовых категориях, а на ковре себя испытали 250 участников. Это новый рекорд соревнований. Кто-то прокачивает виртуальных героев, а кто-то в этом не нуждается, в реальной жизни показывая суперсилу. Уровень турнира растет с мастерством участников. Если раньше павлодарские самбисты просто занимали позицию в партере и удерживали соперника на ковре, то сейчас выполняют вот такие редкие трюки. В последнее время уровень самбо, особенно молодежного, юношеского, у нас в Павлодарской области подрос намного. Последние соревнования вот в Караганде, в Костанае показали, что наши младшие юноши достигают хороших результатов. Надеемся, что они завтра этот свой результат подтвердят на взрослом уровне. Участников, достойных золотых наград, было много. Даже медалист Кубка Европы в Польше приехал из столицы проверить себя. Я выступал на Кубок Европы, 30 килограмм, там я занял первое место. Там было около 20 стран. Надо набираться опыта и в разных разновидностях борьбы. В других весовых категориях успех праздновали юные спортсмены Мади Мукан, Александр Кажанов, Данил Гришин, Ансан Кырбай, Данил Усанов. Лидеры региональной команды. У меня самбо занимается брат, и я смотрела всегда, как он борется, и мне было очень интересно, я захотела туда пойти. Сейчас брата побеждаешь, наверное, уже, да? Нет еще? Также медаль высшей пробы завоевали Юлия Чупринова, Богдан Борецкий и Геннадий Коношонок. Мечта у всех спортсменов одна – выиграть золото первенства страны. А благодаря такой конкуренции на ковре, говорят наставники, это вполне по силам.